знает, что вы обещали. 2 рубля в магнит. А я вам 2 рубля дала. Дайте мне обратно, я вам дам. Сейчас мне мелочи просто нет. Давай. Еще одна монета? Да, да, у меня по 40 рублей нету. На тебе 10 рублей. Рубля. Остановка роща Журавского. Гостиница «Славянская».
Thank you.
Посадка на автобус маршрута 811, вагон северный, Фатеева. Время отправления рейса 11:30. Посадка производится с платформы номер 3. Просьба пассажиров пройти на посадку. Вот он стоит. Вот он, да. Стойте, подождите, пожалуйста. Нам для просмотра. Он через Тобольск идет, а где? Так вот, Тобольск идет или куда? А? Вы Тобольск едете? А как Тобольск заселите? Тобольск. Конечно, вы что, не видите, в Тобольск посадка была. Вот эта девушка спрашивает, в Тюмень. А что-то неправильно объявили. Надо было объявлять. Тобольск надо было сказать. А как? 811 маршрут сказали. Ну, маршрут сказали. Вагай, Фатеева сказали. Да, Вагай. Через Тобольск надо было сказать. Через Тобольск. Да. Народ-то не понимает. 811 маршрут. У вас билеты написано.
следующую остановку Назарово.
Кузова. Следующая остановка Кунаровская.
вообще остановку сломала. Thank you.
следующая остановка Кузнецкая.
остановке есть Ишанский Иртыш. Следующая остановка Сабанаки. Thank you.
куда-то остановитесь.
Не, это там карта. Карта моя простая. Что прикольно? Так. А что не достал? Остановка «Дворец культуры Синтез». Они, вы сейчас
вообще, вот это был Кузнецов, он сейчас свинг. Ну я что хочу сказать. Допустим, я просто именно в городе у нас уже больше 20 лет, вот, когда я пришел в Сатюр, когда мы говорили, что маршрут в части. А я раскатывал, еще первый 16 еще график начинал. Я сам составлял графики, то есть какой город, я очень хорошо знаю. Но мы подстраивались под ПДП, брали в них расписание и по ним. Тем не менее, опыт есть. И когда я пришел на автобус, неправильно, вообще стыд. Ну, допустим, 20-ка и 4-ка, да, знаете, куда они есть? Они, один выезжает с Кремля, другой отсюда, что столько лет отработал. И надо смотреть, это же живые, сколько бы людей, да, что какая-то должна быть переполненность, люди должны страдать, потому что где-то переполнены, где-то пустой. Ну они вроде так-то, у них есть это, допустим, почему есть, они работают? Следующая остановка – автовокзал.
Остановка микрорайон «Строитель». Остановка Алимасова.
Приглашаем молодых людей, достигших 18 лет и желающих работать в период летних каникул, студенческий отряд кондуктора. Промаркивый фон отработал полный проездной на половину учебного года. Включаем маршрут на Польский рейс. За 2 месяца проездной на весь следующий учебный год. Также ждем до города сколько? 64. Да. Мальчик 35. Один? До города едет? Я тебя рассчитала. Thank you.
Следующая остановка – русские медианы. Thank you.
Отлично.